сначала надо понимать, что делаем, а потом найти, кто этот результат может сделать. Пожалуйста, это ключевая вещь, отметьте себе. Если не расписано в бизнес-процессе, если не расписано, соответственно, вы будете нанимать не того человека. Вы будете допускать большую ошибку. Вы наймете не того человека, а эта проблема станет. Почему станет эта проблема? Вы наймете не того человека, а потом результат не то, вы будете бороться с этим постоянно, это ничего хорошего нет. Лучше сначала расписать бизнес-процессы. Можно один кейс? Да. Допустим, у нас не, ну, сейчас пишем скелет, скелет уже есть, не полностью расписан. Ну? А раньше вообще ничего не было, и мы сейчас, вот думаю, нанимали хороших людей, но так как не было расписано, мы им давали, ты пока сделай вот это, вот это, и в конце человек обижается на нас, я вообще пришел на другой должность, а вы мне даете другие задачи. Вот сейчас, ну, со временем вот это все понимаем. Это, внимание обратите, когда вы нанимаете людей, нету системы. Привяжу пример организм человека. Это похоже, что вы почки даете поручение выполнять работу сердца. Кто начал понимать? Аналогия. Почки вы даете работу, выполнять работу желудка. А у почки не получается. Потому что почки созданы для другой функции. Это человек, которого вы нанимали. Вы его нанимали для другой работы. Он может быть специалист в другой работе. Когда вы поручаете ему делать все подряд, он не универсал, соответственно, у него плохо получается. Вы начнете злиться на него. Почему злиться? Потому что нет того результата, который вы хотели. Это такой тонкий момент. Быть руководителем – важнейшая вещь. Хорошо, отлично, спасибо. Сначала распишем все стандарты, все нормативы, все KPI, все процессы. Потом ищем того, кто может этот результат дать.